сегодня праздник явления Господа Рамачандры, Рама-Навами. Цветной рис с турецким горошком. Там девчонки делают саджа, салат, выпечка будет. Я делаю ги по просьбе Амриты, потому что бхакти варита. И Госвами Махарадж предпочитает это на ги. Я буду сегодня просто готовить целый день. Я готовлю саджа для Госвами Махарадж. Да слушай, все, хватит, я не хочу. Преданные очень оживлены и готовят вкуснейший просад. Была прекрасная лекция Махалавита Деридес. Все очень довольны, все ждут лекции Госвами Махараджа. Приглашаем вас на наш просад. Сегодня праздник явления Господа Рамачандры, Рама-Навами.